Это старый фильтр, да? Весь почернел, я смотрю. Да, месяц буквально проходил. Итак, мы находимся в одной из квартир по адресу улица Мира, дом 4. Что, давай посмотрим, какая у нас вода. Фильтр сняли. Надо заменить фильтр, но перед этим хочу пропустить воду, потому что я не знаю, какая вода, возможно, пойдет. Ну, я догадываюсь. Пропускай. Открываем. Нихрена себе. Вот такой у нас нефтескважин. Обалдеть. Я думаю, пока достаточно одного ведра. Ага. Сейчас сливаем в раковину. Вот такой вот посадок. Ничего себе. Сейчас еще одно ведро пропустим, так для пробы. Может сейчас чище, я надеюсь, пойдет в дальнейшем вода. Давай. Возможно. Раньше тоже были проблемы с водой, да? Ну не до такой степени. Были, но чтоб так. Когда это обнаружилось? Да вот сегодня. Начал менять фильтр. Вот такая история. Вот такой у нас и синтуки бежит. И чем дальше больше спускаем, тем все. Вода интереснее становится. Как думаете, вот это только в вашей квартире или у кого-то в доме то же самое? Вернее всего, у всех. Ничего себе. Вернее всего, у всех. Вот это все остается на раковинах. Летят смесители, забиваются фильтры. Самое главное – здоровье. Это ужас просто. Да. Это вам приходится постоянно, наверное, ездить за водой на скважины, на различные родники, да, на колодец? Конечно. Не пьете такую воду? Я лично не пью, потому что я дееспособный. Физически у меня есть возможности ходить на колодец. Там есть машина. Я езжу за водой. А здесь пенсионеры, да, как я попал? Очень много. В этом микрорайоне много пенсионеров. Которые не в состоянии, да, за водой, да, ходить. Да, они пьют вот эту воду. Ужас какой, кошмар. А воду кто нас предоставляет? Мупуслуга, по-моему? Да, они самые. Спасибо Мупуслуга за такую воду. Из-за плохой воды приходится постоянно менять смесители, да? Постоянно, систематически. Средняя цена от 800 и до 3000. Ничего себе. Так, а теперь мы находимся в другой квартире, в том же самом доме. И здесь, похоже, точно такая же ситуация. Как я понимаю, это во всем доме у вас, да? Во всем доме такая вода. Ну вот когда вот отключат воду и включают, она течет вообще одна сажа. Но когда протечет, течет желтая. Ее вообще невозможно. То есть даже когда вода нормальный цвет приобретает, она плохого качества. Конечно. В ней железа, видимо, очень много. Концентрация железа очень большая. Много, но мы ее вообще не пьем. Посуду мыть, вот я помою посуду, и мне сын привозит в бачках воду. Я потом кипячу и промываю еще другой чистой водой из колодца. Из колодца приходится, да, вода? Конечно, а как? Вот таким образом приходится запасаться водой чистой из колодца, да? Да, из колодца, конечно. Бачок, ведра. То есть, получается, вы живете в благоустроенной квартире, но воду вам все равно приходится брать из колодца. А как? Стирать невозможно. Если постираешь, вот только темное белье, а белое оно станет желтым. Ужас какой. Вот сын привезет, или когда сама схожу с такими ведерками, то тяжело ходить. Вот вода из колодца, и вода, видели, какая у нас течет.